Спортивный комплекс «Планета» на этой неделе стал местом силы. Богатыри Тверского вагоностроительного завода и предприятий-партнеров встретили в зале тяжелой атлетики, чтобы выявить лучших в первенстве по жиму штанги лежа. Это очередной этап традиционной заводской спартакиады, который проводит спортклуб «Планета» при поддержке Тверского регионального отделения «Союз МАШ России». Впервые пауэрлифтинг был включен в ее программу 2 года назад. На помост вышли 8 команд. Среди участников были представители разных профессий и специальностей. Все они занимаются тяжелой атлетикой, свободной от работы время. По мнению штангистов, любителей спорт не только приносит здоровье, но и улучшает производительность труда. А в работе спортивная подготовка помогает? Конечно, у нас тяжелая работа. У нас на предприятии тяжелая физическая работа, конечно, помогает. Впервые в первенстве по пауэрлифтингу дебютировала команда Совета молодежи вагоностроительного завода. Для молодых сотрудников участие в соревнованиях стало дополнительной возможностью личным примером вдохновить коллег на новые победы, прежде всего над собой. Это конкурентная основа и желание себя проявить, показать. То есть посмотреть на лучших ребят, да, то есть кто хорошо, в принципе, понимает большие веса и захотеть стать таким. Соответственно, такие люди будут иметь мотивацию, чтобы и дальше заниматься спортом, и дальше, как бы скажем, развивать самого себя. Поддержать своих друзей на соревнования пришла очаровательная девушка Светлана Пситарова, руководитель спортивного отдела Совета молодежи вагонзавода. Интересно, насколько, кто сколько сможет выжить, например, сколько сможет поднять. Каждому из участников давалось по 3 попытки. Лучшая из них шла в итоговый личный зачет. По сумме лучших попыток 3 участников определялся командный результат. За соблюдением правил следил судья соревнований Евгений Хвачевский. Не отрывать и от жимовой лавки ягодиц, слушать команды судьи, касаться груди и выжимать штангу на полностью прямые руки. По итогам всех попыток абсолютным чемпионом личного первенства стал Александр Морозов, представляющий торговый дом КСК. В лучшей попытке он выжил штангу весом 190 килограммов. 2 место занял Алексей Бухмаров из вагоносборочного цеха Тверского вагоностроительного завода. 3-я – Виктор Крылов из Транстеха. В командном зачете победу одержали штангисты сборной транспортных технологий и торгового дома КСК. Серебро у силачей из вагоносборочного цеха ТВЗ. Бронзовые награды у команды дирекции вагоностроительного завода.